Казани будет возрожден собор Казанской иконы Божьей Матери, а в Болгарах создана Исламская академия. Соответствующий указ подписал сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов. Кабинету министров Республики Татарстан поручено в срок до 31 декабря текущего года разработать и утвердить план мероприятий по созданию Болгарской Исламской академии и воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери. На месте создания Болгарской Исламской академии 21 мая 2016 года, в день официального принятия ислама в Волжской Болгарии, будет заложен памятный камень. 21 июля 2016 года, в день обретения Казанской иконы Божьей Матери, камень будет возложен на месте возрождаемого собора Казанской иконы Божьей Матери. Возведение Болгарской Исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери будет вестись в том числе и на деньги благотворителей, имена которых будут вписаны на специальные мемориальные знаки.